Шоу «Шалом, Исаак, Бабель», представленное горожанам возле памятника писателю, стало продолжением сложившейся в Одессе традиции проведения open-air концертов. В этом году юбилей города совпал с юбилеем Исаака Бабеля, который родился спустя 100 лет с момента основания Одессы. Литературно-музыкально-танцевальное шоу, организованное в центре города, это дань уважения и восхищения творчеством мастера короткого рассказа, говорят инициаторы мероприятия. Сегодня наше поклонение, вы увидите, оно многогранное, оно как палитра вся интересная, яркая, красивая, такая же яркая, красивая программа, как было все творчество Бабеля. В программе приняли участие камерный оркестр, артисты и солисты Одесской филармонии, ансамбль танца «Созвездие» Одесского городского центра хореографического искусства. Зрителям концерта были представлены отрывки из новой камерной оперы одесского композитора Алены Тамленовой, написанной по одесским рассказам Бабеля. Концертное исполнение полной версии оперы состоится уже в стенах Одесской филармонии.